Итак, друзья, всем привет! Сегодня 18 июля 2021 года. Ну вот, ребята, уже половина июля фактически прошло. Посмотримте, давайте, на пасеку, что у нас сейчас имеется в ульях. Вообще, что, какие дела у меня сейчас здесь на стационаре. На точке номер один, номер два я уже там отбирал мед, показывал вам, какие там дела. Здесь тоже отбирал. Ну, давайте еще посмотрим, что, какие дела у меня здесь на стационаре. Что вообще в ульях. Так, вкратце немножко посмотрим. Погуляем. Ну, небольшую сделаем такую прогулочку. Ну, что я сегодня собрался делать? Да вот, ребята, навез ловушек. Сегодня буду переселять вот пустые ульи старые у меня. Не выбросил, не продал. Сохранились, но не пригодились. Тут вот все, ловушки. Буду все это переселять. В общем, с утра я уже готовлюсь, подвез ульи. Ну, переселил. Там еще вот есть ульи. Пометки поставил. Маток ураев я уже заменил. Вот тоже старенькие ульи. Тут, 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 там вот. Все у меня тут привезенные раи. Меда, конечно, я с них не собираюсь взять, но на следующий сезон это будут неплохие семьи. Неплохие семьи с молодыми матками. Так, что у нас тут? Тут у нас по два магазина, шестнадцатики стоят. Давайте тут посмотрим. Два магазина стоит. Чем там пчелы занимаются? Чем они занимаются? Они мед печатают. Все, видите, мед печатный. Два магазина, стационар. Верхний магазин, ребята, я честно скажу вам, я уже откачивал. Это они снова принесли. Нижний магазин, что там? Там получается у нас, скажем, весь первый мед, майский его можно называть, я не откачивал. Потому что в июне мало ли что может быть произойти то, что у нас голодный июнь был бы. И они бы этот мед скушали. Но тепло было, ребята, тепло. И этот мед не скушали, а подносили еще пчелы мед. Так что медок есть. Так, тут два магазина. Ну что, вот тут вот видим тоже. Печатка, печатка, печатка. Печатный мед. Мед печатают. Два магазина. Я считаю, нормально это. Если вот получается, у меня сейчас вот на стационаре три магазина я возьму, зимовала семьи. Это просто, ребята, замечательно. Это просто, ну, неплохо, неплохо. Один я уже взял, магазин откачал. Второй, видим, печатают. Первый магазин я у них даже не трогал. Там тоже все печатка. В дальнейшем когда-то буду снимать эти все магазины, я, ребята, вам все это покажу. Здесь два магазина. Вот сразу я вижу, вот печатка пошла. Мед печатают. Мед в ульях, ребята, есть. Сейчас у нас взяток, ребята, как бы такой немножко приостанавливался. Сейчас опять пришло тепло. Пчелы опять работают. С утра вот летают куда-то. Вчера также работали. Так что они еще что-то несут. Снимать магазины пока рановато. Куда там, елки-палки? Июль месяц. Если я сниму магазины
У нас еще и август месяц впереди. Ладно, август. Там, может быть, все и засохнет. Ну, июль-то уж, наверное, надо бы частично, как бы, пусть они работают. Что-то еще несут, как бы. Тут два магазина. Тоже магазин откачивал у них, верхний. Ну, вот шестнадцатика как порой бывает? Они могут вот так вот снизу подниматься, вот так вот все это печатать, и край могут не трогать даже. Так что, ну, если что-то у них излишки нектара будут, они, конечно, все заполняют. Ну вот в центре, вот, ребята, вижу, вот печатный мед. Вот печатный мед тут, вот мед. Да, мед есть, печатают. Примерно так и получается, вот. Захватывают они, поднимаются пчелы вверх. Так, 16-рамочные, два магазина. Потом еще, ребята, есть с одними магазинами где-то шестнадцатики. Вот здесь вот. Приметка. Маток менял, не смотрел, не знаю, как поменяли. Ну, думаю, что все нормально. Да, еще скажу по этим людям, что можно сказать. Если матку не приняли, они вывели, наверное, уже свою матку. Так что ничего страшного. Это матки менялись где-то фактически на начале медосбора, вот так, на первой стадии. А то, что матку не приняли, ничего страшного. Пчела вся работала на медосборе. Но это процент просто мизер. Каким способом я подсаживаю маток, вы все, ребята, видели на моем канале. Кто не видел, заходите. Способ хороший. Через клеточку подсадки маток у меня получаются неплохие. Так, продолжим. 16-рамочный. Так, здесь свободно. А вот тут вот пошла, ребята, печатка. Печатка. Вообще шикарно. Все запечатали. А здесь вот свободно есть место, не печатка. Вот, опять же, они идут, поднимаются. Да, почему с одним магазином, еще то, что я матку менял, эти семьи были послабее. Сейчас посмотрим, что у них в магазинах. Сразу видим, печатка, ребята, печатка. Ну, я считаю, магазин у них готовый. Что ж, печатка, все вот полностью. Я здесь даже, ребята, вот клеточку не убрал. Все, клеточку я убрал. Ну, надеюсь, что у них с маткой тут все благополучно. Обычно пометки с ульев я убираю, ребята, тогда, когда я убеждаюсь точно, что там есть засев, что там матка принята, что там матка есть. И сразу делаю пометку, пишу там на улье, что матка 2021 года. Вот такие вот яблочки у нас в этом году, ребята. Опять урожай, ветки до пола. Ну, я думаю, здесь понятно, аналогично. Здесь два магазина. Это была послабее семья, один магазин. Но у всех имеется мед. Там я менял маток, там с одним магазином. Вот такие вот крупные яблоки. Это, ребята, у меня тут привитая к этой яблони. Другой сорт привитый. Яблоки потом будут крупные. Ну, в дальнейшем я вам, ребята, покажу. Ну, все вкуснейшие яблоки. По яблокам тоже в этом году неплохо. Давайте повыше сходим. Что там у меня есть еще? Что есть? Опять же, яблоки у меня есть. Ладно, ребята. Ну, здесь вот так же все ряды проходят. Тут раи без магазинов.
уже маток поменял, пометки убрал. Тут матку не приняли, пометка стоит, надо будет проверить. Тут весовой, 4 магазина стоит. Но они тоже прилично принесли. Я у них вообще ничего не откачивал. Поэтому стоит и 4 магазина. Ну, здесь вот улей рута. Тут 4 корпуса. Тут 3 корпуса. В этом году заселил рая сюда, тоже улей рута, тоже оставлю его зимовать под снегом. Вот здесь вот тоже. Тут вот, ребята, раи, маток приняли, приняли. Ну вот эти руты неплохо развились. По 5 корпусов я им поставил. Сколько меда, я там не знаю. Когда ставил вот этот 5-й корпус, здесь была уже печатка, мед как бы. Не, уже побелка была, я поставил по 5-му. В тех как бы рутах не было этого, так все и осталось. Там послабее были семьи. Здесь у меня тоже рой. Маточка поменена. Здесь рой, тоже матка поменена. Ну вот, вроде как-то так. Такая вот, ребята, обстановка у меня сейчас на домашнем тачке. В этом году по маткам неплохо было. Маток поменял на домашнем тачке. Ну, прилично как бы поменял. Матки будут этого года. Ну, вроде бы все, ребята. Вроде бы все. Ну что ж, ребята, на этом видео я буду заканчивать. Естественно, кто не подписался, подписываемся. Жмем внизу на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Ребята, не забывайте поддержать мой канал, поставьте лайк. Мне это будет приятно. А вам это несложно. Всем пока!